Здравствуйте. Вот, панове, будь ласка, присоединяйтесь. Вот. Поехали. Значит, смотрите, у нас сегодня вебинар тоже будет непростой. Почему? Сейчас мы познакомимся еще с двумя садоводами, виноградарями. Вот, если у меня была бы своя шкала с рейтингов, или как там, ну, первая десятка по России, это гарантированно. А если вы устроите индивидуальное соревнование, у кого слаще, у кого грозди 3-5 килограмм, вот. Ну, в общем, Сергей Николай Георгиевич, где-то к вам приближается. Так, поехали, смотрите. Шушенский район, Красноярский край, там, где Ленина. Чуть-чуть не оставили навсегда, надеялись, что не вернется, и революции не будет. Не сбылось, но край жестокий, иначе бы туда вождя всемирного пролетариата бы не отправили. Так, это присказка. Теперь так, деревня Новопокровка. Так, я ознакомлю со своим другом, я горжусь дружбой с ним. Вот, он сыграл определенную роль. Знаете, какую? Это как Тесен Мир. Вот, он однажды привез ко мне на экскурсию Савинич, Елену Александровну. Попробовали фрукты. Вот, и Савинич дальше подружилась уже со мной самостоятельно, при этом не бросая научную работу. Получилось такой хороший симбиоз. Единственный пока, вот такой вот, значит, получается так. Калин, так, Савинич, Железов. И дальше пойдет эта цепочка. То есть уже все это превратилось в одну крепкую цепь. Вот, сейчас мы об этом будем говорить. Итак, знакомимся. Александр Петрович. Рыкалин. А вы думаете, я ошибся, случайно вставил эту фотографию? Да, я знаю, что, скорее всего, пусть он на меня не обижается, Сергей Сергеевич, если когда-то услышит, он из той обоймы, которая, главное, это сохранить традиции, а сейчас время традиции эти нарушать. Мало того, низвергать, уничтожать, не оставлять камня на камне. Я попробую это доказать. Ну, а так как получается, что вот как мы Москву будем брать? Значит, Скугарева Антонина. Это я ему говорю и вам говорю. Это очень серьезно. Вот, уже создали фильм. Уже получены две посылки с косточками. Она уже работает с детьми, учит их сертифицировать. Причем я оставляю это. Все не получается в один вебинар вставить. Вот увидите горящие глаза детей, настоящая заинтересованность. Последнее письмо пришло вот сейчас, то есть прочел. Минуту назад, знаете, что там написано? Получила одобрение, поддержка, приезжает телевидение, снимать будет еще раз, но уже для федерального канала. А вдруг дойдет до Сергея Сергеевича? А вдруг в каждой школе это будет? Пока наши возможности ограничены. Отправлял, дарил 4 монастырям и церквам. Просто подружился со священнослужителями. Капля в море. Церковь пока. И у меня было две надежды. На школу, университеты. И второе, на церкви, монастыри. И не сбылось ни то, ни то. Вот. Но подвижки есть. Я специально вас интригую. Вы сегодня увидите. Что вот. Но будет и горький разговор, Сергей Сергеевич, от этого не уйти. Уже хотя бы потому, что разве это случайно, выбор будущего? Это выбор прошлого, это финал. Такой финал, что когда-то мы были лучшее образование, сейчас мы будем, если у нас где-то около 200 стран, да, то 200-е место нам обеспечено. Вот, когда-то Задорнов, ныне покойный, смеялся. Он прямо говорил, он не боялся, что его не пустят в Америку. Американцы злились. Он когда-то пробовал
не русским людям те же анекдоты рассказывать. Ну, скажем так, мягко, не русским, они ничего не понимают. Вот. И вот тогда решил, что русские умные, американцы тупые. Он про это американцы тупые, тупые, тупые много лет говорил. Вот. А ЕГЭ-то мы от Америки переняли. Что придет время, и какой-нибудь Задоров уже не наш, а какой-нибудь там это с Польши или Чехословакии будет говорить «русские тупые». Я этого не хочу. Поэтому я немножко отвлекся, друзья. Но наш разговор, вы еще раз увидите эту картинку, под «так надо». Вот, все-таки состоится, но большую часть мы посвятим садоводству. Прошу не отключаться. Смотрите, что такое сибирское садоводство. А? Посмотрели. Вот. Но еще я скажу, что Александр Петрович, у него, он вот сейчас это туристическое направление осваивает. Но еще раз скажу, Александр Петрович, и вам скажу, и вот этому товарищу скажу, да, вот этому. Еще не раз буду на него ссылаться или кивать на него. Это для людей, это масштаб страны. Понимаете, вот это масштаб страны. Вот. А вы знаете, что он должен сейчас делать, а? Сергей Сергеевич, это опять туда вверх. Вот, смотрите, как я показываю. Вы туда видели? Меня-то видно, да? Вот. Это масштаб страны. В крайнем случае, Красноярского края. Вот это для него такая мелочь. Он бывший государственный чиновник, образованнейший человек. Он настолько деликатен. Вот. Кому надо, потом вот это подробно прочтет. И адреса прочтет, как говорится, явки, пароли, все, 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 все. Вот он, видите? Я все с него выдавил, все. Вот. А эта девочка попадет мне в особую папку, где только дети. И они всегда улыбаются, понимаете? Вот. А таких детей должно быть миллионы. А у нас полный детей винограда в жизни не пробовал. Вы знаете об этом? Нет? А, ну да, откуда знать москвичам? Вот он, Александр Петрович, это знает все. Это знает все. И все-таки, Александр Петрович, жестокую правду вам скажу. Это стрельба по воробьям. Это один шаг в вашей карьере, которая должна быть, потому что, ну, не знаю, не спросила, сколько вам лет. Вот. Предполагать боюсь, ошибусь. Вот это вот он и есть. Теперь так. Его агротехника. Еще раз говорю, это шаг пути. Видите? Видите? Это агротехника. Я даже не буду комментировать, кому надо, тот поймет. Вот это увидит, поймет. Вот это увидит, поймет. Еще не все. Вот. А это он, это его заработок. Знали бы близко этого человека. А это вот был мой семинар. Это те же самые люди, которых вы видели на моих семинарах. Вот, в саду. И теперь это у него в саду. Вот. Согласитесь, что на всю страну это капля в море. Еще раз говорю. Мы устроили с Александром Петровичем бурю в стакане воды. Наш стакан так мал. Вот. Так мал. Теперь смотрите. Заканчиваю чем разговор. Я, пусть опять не уложусь даже наполовину, но я должен сказать. 1992 год. Ельцин дает землю. Берите сколько хотите. Вот. Чиновники тут же нас за горло, будущих фермеров. Вот тебе дают там, что ты сам от нее откажешься. Так я оказался на острове. Вот. Но я к чему говорю. Условия были такие. Я рассказываю наполовину как анекдот. И как будущим фермерам, будущим садоводом и будущим чиновником, потому что я надеюсь, что Александр Петрович станет чиновником как принято говорить, федерального уровня. Вот. Я же не зря киваю на Сергея Сергеевича. А вдруг? Там нет таких людей, понимаете? Я начну издаля и это. Понимаете, что такое Сибирь? Вот. И глядя на этого человека, уважаемого, вот, которому я могу ноги поклониться, потому что то, что у меня с абрикосами, у него с виноградом. Мы два сапога, мы одно поле ягода. Вот она ягода. Кстати, а что ж такое виноград? Ягода или фрукт? Ой, я попался. Ладно, так вот смотрите. Самые трудные времена Сибирь была особым местом. 41-й год. За 3 месяца немцы прошли, они день давали. Вот как вы идете,
пешком. Утром встали, вечером пешком. То есть без сопротивления дошли до Москвы. Последние минуты несколько дивизий собрали. Знаете, с кого? Собирали по селам. Собирали молодых парней. А в Москве было это декабрь-январь. Вот. Они все умели ходить на лыжах. Их не надо было учить стрелять. Они белку в глаз попадали. Вы знаете, что в Сибири тогда, кто не умел стрелять, тот бы не выжил. Мясо это откуда? Вот такая была Сибирь. И вот эти парни отогнали от Москвы немцев, а потом произошел переворот. Наверное, они почти все там полегли. Потому что шли на пулеметы, на автоматы. С этими, знаете, всем показал. Так вот, это была такая Сибирь. Сейчас у нас еще, да, это самое, как говорил Райкин, огня мне нет, но дым с меня еще идет. Вот мы, сибиряки, это еще тот самый, это искорки последние. Вот так мы оказались в одной связке. Савинич, вот, Рыкалин, Железов, вот эти вот ребята, вот эти вот. Показать вам, вот видите, сидит за красной рукой, это москвич, видите, это красноярец.